летим в Питер. И Маша. Сегодня у нас бой бейблейдов. Выносливым Зейтроном, атакующим Волтреком. Привет, друзья! А прежде чем непредсказуемый Волтрек начнет свое сражение с могучим и непобедимым Зейтроном, мы хотим сделать опрос. Да, да. Какой еще Бейблейд вызвать на арену? Вот тут вот выберите и проголосуйте. Или если вы не найдете там нужный ответ, пожалуйста, напишите в комментариях, с какими еще нам Бейблейдами устраивать соревнования. Да. А теперь к бою. Да. Вы выбрали, какой, кто каким будет волчком играть? Я синий, я черный. Ага, значит, у Маши Зейтрон, у Тимы Волтрек. Да. Да. Ну что ж, к бою. Раунд да. Первый. 3, 2, 1. Бой, давай. Бей. Забывайте, что Зейтрон очень выносливый. Посмотрите, как он держится. Он уже 2 раза получил. Кто же первый остановится? Они не разлетелись. Но кто же первый сдастся? Волтрек первый сдался, ребята! Я выиграла! Да, и Маша выиграла в первом раунде. Наверное, я еще повыигрываю. Ну, посмотрим. Зейтрон против Волтрека. Раунд 2. 3, 2, 1. Ой, давай, быстрее, быстрее. Ой, давай, быстрее, быстрее. И в этот раз сдается Зейтрон. Ну, молодец, Волтрек. Пока счет 1-1. Да. И решающий раунд. Да, этот раунд будет решающим. Давай, Маша, ты готова? Да, я не могу. А, Маша у нас, да, до сих пор не научилась. Тима ей помогает. 3, 2, 1. Ой, давай, быстрее. Смотрите, какие они сильные. Давай. Кто же сейчас? Но сейчас атакует все-таки Волтрек. Он атаковал и сдался. У Маши радости полные штаны. Действительно, Зейтрон могучий. Ну, он вообще шикарный. Тима пытается взять реванш, но уже бой закончен. Да. 2-1. Зейтрон победил Волтрека. В Машину пользу. А теперь субботные приветики! И для наших друзей с канала Алиса Kids TV. Привет, подружка! Привет! Привет для нашего нового друга с канала Beyblade. Привет, друг! Конечно же, еще один привет нашим друзьяшкам Алене, Кире и Давиду. Привет, друзья! Наш постоянный зритель и друг Богдан Лозянко. Привет! Привет! Рады познакомиться с новым другом Игорем Лесовым. Привет, Игорь! Привет нашей подружке с канала НТВ. Привет, подружечка! А также нас смотрит Лиза Май. Привет, Лизочка! Привет! Привет Илье, которого Ютуб знает как Василия Пупкинского! Привет, Илья! Друг под именем Ромаи, привет тебе! Привет, дружище! Также у нас есть друг Ярик Бёрст, который тоже увлекается игрой в Beyblade. Здорово, Ярик! Привет! Канал SZR Tax TV, привет тебе от нас! Приветики!
А также всем-всем-всем зрителям и друзьям канала Тим Витыч передает привет HD Dog. И тебе привет! Ну что ж, друзья, пишите нам комментарии. И голосуйте! Ставь лайк! И до нового видео! Пока! Пока-пока! Пока-пока! Пока, друзья!